В Сочи собрались филологи со всей страны и мира, в том числе из Австрии, Германии, Хорватии и Казахстана. Много зарубежных ученых участвуют в форуме заочно, прислали в адрес организаторов свои научные труды. В ходе форума русисты будут обсуждать целый круг важных тем. Одна из них – это формирование речи-мыслительной культуры. Вопрос весьма актуальный в век развития интернета и обмена короткими сообщениями, отмечают филологи. Сегодня крайне важно прививать речевую культуру и учить грамотно использовать родной язык. То есть Сочи по праву может претендовать на звание вот такого центра русистики, русской филологии и формирования профессиональной языковой личности. Эта проблема речемыслительной культуры, она очень важна, конечно, не только филологам, а представителям абсолютно всех специальностей, направлений, профилей. Всем образованным людям. Отдельно в рамках форума филологи обсудят творчество русскоязычных писателей, покинувших Россию в 80-е и 90-е годы 20 века. Завершится первый международный форум русистов 14 мая.